привет! Вы на канале Гекта Лайф. Сейчас на улице вечер, половина девятого. А, уже даже 9, уже даже 9. Мы выехали вот на вечернюю прогулку, на велосипедах кататься. У нас круглая луна. Муж, который меня, кстати, подсвечивает, чтобы меня было лучше видно. А значит, что стало стимулом записи этого ролика? Стало вот что. Сегодня мне написали комментарий под видео о Фикспрайсе. Показывала я там подарки от магазина Фикспрайс. Ну, это для тех, кто, может, не в курсе, да, я ездила в Фикспрайс. В главный офис магазина Фикспрайс, куда меня любезно пригласили, и там же мне вручили подарки в шикарных зеленых пакетах. PR-менеджер мне написала и пригласила к ним. Вот. Затем эти подарки я показала на своем канале Супергекты. Ну а сейчас я вам покажу все, что мне подарили. Так, вот эти пакетики. Оставлю ссылку, может, кто не видел. И именно под этим роликом и была эта запись. Интересно, сколько вам заплатил Фикспрайс? Похоже на что-то неприличное. И что после этого этот человек не будет смотреть мои ролики, потому что у меня там все куплено, я куплена. В общем, все продались, все, кто могут и не могут. Ну, да. На самом деле, да, как я вам уже сказала, меня пригласили. Именно ради вас я решила поехать и показать вам офис магазина Фикспрайс. Я подумала, что для многих это будет интересно. Мне никаких вообще финансовых плюшек не предлагали. Нет, нет, нет. И чисто вот ради вас, да? И в итоге, да, я приехала. Ну, я оставлю опять же ссылку, может быть, кто не смотрел. Получила подарки. Смотрите, что для нас приготовили. Подарочки. Подарочки. Такие красивые зеленые пакеты. Супер просто. Собственно, все, на этом все. Ну, сняла, показала. Мне никто ничего не платил. То есть, да, ну, вопрос, сколько мне платит Фикспрайс или сколько мне заплатил на тот момент, я могу сказать точно, нисколько. Может быть, это было бы, конечно, приятно, потому что действительно как бы создают им рекламу, но нет. Ну что ж, вот так-то, а? Ну, я обращаюсь к тому, кто, может быть, думает, что я там кому-то продалась. Вот я ради вас, да, все делаю, а в итоге мне такие вещи говорят. Честно, я не знаю, может быть, я тоже бы так на человека подумала, который съездил бы, да. Но вот я вам говорю, что никаких денег я не получила от Фикспрайса ни на грамм. Вот так. И по поводу шмоток, там, вещей из Фикспрайса, там, кто-то начинает там трындеть, писать под видео о том, что я хвалю китайский ширпотреб и все такое. Но на самом деле, во-первых, там далеко не все китайское. А если кто смотрел мой ролик как раз-таки о посещении вот этого офиса Фикспрайс, те в курсе, что там вот PR-менеджер рассказывал о том, что они сотрудничают с известными брендами, да? Сказать, что мы сотрудничаем с известными марками, это наши друзья, партнеры. Которые можете в другом магазине найти, но по большей стоимости. А зачем переплачивать, правильно? Почему я хвалю? Не поверите, но все просто невероятно. Невероятно просто. Я их хвалю, потому что я выбираю то, что мне нравится. Согласитесь, странно было бы выбирать то, что мне не нравится, да? То есть, представляете, я такая, короче, набираю, потом говорю, ой, слушайте, ну это, короче, отстой, это отстой. Ну вот это ничего сойдет. Я же не слепой набираю вещи. Я набираю то, что мне действительно, действительно интересно. У тебя голова впритык прям, тебе надо камеру чуть-чуть повернуть. Ну да. Я снимаю и покупаю то, что мне действительно интересно. Конечно, это не значит, что я не могу попасться на что-то плохое по качеству, но я это проверяю. Но прежде чем я это покупаю, я обязательно беру именно то, что мне так или иначе это понравилось. Ну, на этом мой ролик, может, где-то ролик откровения для вас, заканчивается, подходит к концу, на улице уже совсем стемнело. Я тут уже прям вот прям под фонарем стою. Так что всем удачи, не думайте о мире плохо. И о людях вообще. Не все в мире продажно. Всех люблю, всех целую. Ставьте лайки и пока.
Спасибо.